Меня зовут Питерский Денис Валерьевич. Я работаю в клинике Озонотерапия, город Москва. Я сегодня посетил компанию Корниаль, семинар «Губы бантики». Мне было интересно познать эту технику, так как у меня очень большое количество молодых девушек. Сейчас это весьма модно. Губы бантики. Методика супер ювелирная, может быть, для кого-то сложная, но весьма интересная. И на самом деле этой методикой получается тот результат, который я хочу достигнуть, идеальный. Семинар вела Лосева Ольга Александровна, очень доступно все объяснила, очень грамотно. Мне очень понравилось то, что на семинаре было сакцентировано внимание на, не только на технике, но и на анестезии, на правильность, на подходе к выбору препарата, что имеет очень большое значение. В дальнейшем, я не первый раз посещаю семинар компании Корниаль, но меня волнуют и всегда волновали еще и волюметрические техники работы с канюлей, так как я часто работаю с канюлей. И в дальнейшем буду посещать еще эти семинары, если они будут в данной компании. Спасибо.